не хватило сил. Я могла просто сойти с ума от чужого горя. И поэтому я положила заявление на стол, потому что поняла, еще немножко я залезу в петлю сама. Угу. Настолько все через меня шло. Хотя мне многие телевизионные, достаточно опытные люди говорили, звонил Володя Мукусев, говорил, так нельзя, ты погибнешь. И я не верила ему. Угу. Думала, что это все ерунда. Потом поняла, что погибаю, и ушла. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».